Две недели осталось до окончания общественных обсуждений по благоустройству дворов. В республику поступит больше 200 миллионов рублей по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». О планах по благоустройству Чебоксар сегодня говорили в администрации города. Общественные обсуждения проектов уже прошли с жителями улиц 324-й стрелковой дивизии Шумилова, Энгельса и Гагарина. В администрации отметили, что главная задача таких встреч – это диалог между чиновниками и чебоксарцами. Важно услышать все идеи и предложения. Горожане охотно делятся мыслями, как лучше преобразить чебоксарские дворы. Глава городской администрации отметил, что все общественные обсуждения должны завершиться к 25 апреля. Проектируем 47 дворов, территории 15 парковых. Приоритет будет отдан тем территориям, в которых жители наиболее активны, тем территориям, в которых жители готовы оказать софинансирование в размере не менее 3%, тем территориям, в которых жители готовы подготовить все необходимые документы.